Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор профессиональный набор инструмента от компании Intertool ET7145. Набор состоит из 145 предметов. Данный набор производится в Тайване. Он профессиональный, высокого качества. Не путать с наборами от компании Intertool, которые в зеленом цвете идут. Они производятся в Китае. Данные наборы в красно-черном цвете производятся в Тайване, на острове Тайвань. Набор поставляется в такой вот бумажной упаковке, который одевается на чемодан сверху. Здесь указывается комплектация сзади. По производству на упаковке также указывается, вот, сделано в Тайване. Начнем с трещоток. В наборе две трещотки под квадрат 1,4 и под квадрат 1,2. Они полностью покрыты защитным покрытием полипропиленом. Разборные и на 72 зуба, то есть мелкий шар. Имеет реверс и быстрый сброс головки. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 250 мм. Трещотка под квадрат 1,4, также полностью защитное покрытие на ней, полипропилен. Имеет реверс, быстрый сброс головки, длина ее 150 мм. Также на 72 зуба, мелкий шар. Молоток. Молоток рукоятка из фибергласса. Вес его 300 грамм. Длина 300 мм. Далее. Шарнирный вороток. Очень удобная вещь для того, чтобы срывать или докручивать гайки. Но не делать это трещотками, потому что они выходят из строя. Длина его 360 мм. Он также разборной. То есть можно заменить, если вдруг ломается. Весь инструмент в наборе глянцевый, защитное покрытие глянцевое. На воротке вот такая вот насечка, чтобы можно было удобно держать в руке. И инструмент весь промаркирован. Есть логотип компании Intertool на металле. Хром ванадий, хром ванадиевая сталь. Материал заправления инструмента. Так, свечные головки. Две свечные головки на 21 и на 16 мм. Имеют внутри резиновые ставки. Удлинители под квадрат 1,2, у нас в комплекте два удлинителя 250 и 75 мм. Под квадрат 1,4 у нас три удлинителя 150 и 150 мм. Два удлинителя, вот 150 это обычные и 150 это гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Два кардана под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4. Скреплены они не винтами, а такие вот металлические вставки идут. Часто спрашивают, поэтому поднесу ближе, чтобы видели. Так, отверточная рукоятка. Длина ее 150 мм. Имеет присоединительный квадрат сверху, для того, чтобы можно было подключать трещотку. Или подключать дополнительные удлинители, но это в зависимости уже от работ, которые вы проводите. Длина 150 мм, рукоятка комбинированная, пластик-резина. Красный цвет это резина, черный пластик. Она применяется или с головками под квадрат 1,4, это стандартно во всех наборах. Или можно подсоединять сюда биты. Есть специальный переходник. Вот. И биты вот в таких вот боксах в наборе идут. В этом наборе, кстати, очень удобная рукоятка. Обычно они идут квадратные, полностью пластиковые. Здесь она вот округленная и очень удобно лежит в руке. Так, далее. Два зубила. По размерам зубил. Данное вот это вот зубило 200 мм. Ширина рабочей части 24 мм. И зубило на 150 мм. Ширина рабочей части 18 мм. Вот такие острые, довольно острые зубила. Далее выколотки. 5 выколоток идет в наборе. Тоже
другой раз нужно при служении автомобиля. Ну, инструмент очень качественный. Вот эти наборы Intertool, которые производятся в Тайване, имеют массу положительных отзывов. Далее клещи для обжима клем. Длина их 220 миллиметров. Вот. И также есть набор клем. Вот такой. Так, биты. Под квадрат 1,4 биты идут в боксах. Общее количество их здесь 22 штуки. Все промаркированы согласно ячеек, в которых они закрепляются. Биты под квадрат 1,2. Общее количество их 14 штук. Торкс биты, шлицевые, крестовые. Под квадрат 1,4 есть биты шестигранные, есть биты торкс, шлицевые, крестовые также. И еще есть биты длинные. Общее количество 7 штук под квадрат 1,2. Биты под квадрат 1,2 применяются вот с таким вот переходником. То есть убираете нужную биту, вставляете переходник и подсоединяете или трещотку, или можете подсоединить в данном наборе вот вороток. Ну, набор довольно универсальный. Здесь и плоскогубцы есть. Единственное, чего здесь нет в данном наборе, это длинных головок и головок торкс. Если они вам нужны, то их нужно будет докупить отдельно. Так, в наборе головки с шестигранным профилем общее количество их 28 штук. Самая маленькая головка на 4 мм под квадрат 1,4. И самая большая головка на 32 мм. Головка 32 мм, вес ее 220 грамм, то есть довольно тяжелая. Хотелось бы отметить хорошее исполнение инструмента, то есть нету следов отлития, каких-то сколов, то есть очень хорошо отполировано все и как бы нету никаких замечаний. Видите, Intertool, хромванадиевая сталь, материал изготовления данного инструмента. Так, вороток Т-образный под квадрат 1,4. Т-образного воротка под квадрат 1,2 нету здесь в наборе. Есть шарнирный вороток. Так, по нижней части все. Теперь верхняя крышка. Здесь набор ключей комбинированных. Общее количество 16 штук. Самый маленький ключ на 6 мм комбинированный. И самый большой это на 27. Ключи здесь матовые, видите, Intertool 27 мм, хромованадиевая сталь. Далее отвертки. В наборе идут еще отдельные отвертки, шлицевые 2 и 2 крестовые. Промаркированы они, эта отвертка 200 мм, рукоятка комбинированная, резинопластик. Очень удобные ручки. То есть две длинные у нас идут, крестовая, шлицевая и две короткие. Также крестовая и шлицевая. Плоскогубцы 180 мм, рукоятки комбинированные. Клещи переставные, длина их 260 мм. Покажу поближе. Так, по комплектации набора все. В принципе, универсальная комплектация. Единственное, докупите, кто будет покупать данный набор. Если нужны длинные головки, докупите длинные и головки торкс. А так, в принципе, здесь и молоток, и шарнирный. Шарнирный вороток есть. И две трещотки, и зубила, и выкладки. Для обслуживания или ремонта вашего автомобиля. Вот здесь, в принципе, в наборе все присутствует.
Теперь покажем, как закрывается крышка верхняя, чтобы у вас инструмент не выпадал. В этом наборе инструмент очень хорошо защелкивается, но все зависит от кейса. В наборах Intertool, которые делаются в Тайване, очень кейсы высокого качества. Закрываем набор, все очень хорошо держится, даже ключи защелкиваются полностью до конца. Кейс состоит из двух частей, скреплен он металлическими вставками. Запирание кейса на металлические замки, тоже плюс. Сейчас закроем. Так, и имеет, кстати, по бокам вот такие вот металлические угольники кейс. Ну, кейс, видите, и сам кейс орнамент имеет, то есть очень красиво, если кому на подарок нужен набор, то, конечно, здесь кейсы красивые. И металлическая вставка в центре, Intertool. Запирание очень легко, без лишних усилий. И плотно прилегают крышки друг к другу. Имеется вот такое вот кольцо для того, чтобы можно было закрыть набор и повесить сюда замок, чтобы никто не лазил, кроме вас, допустим, чужой. Ручка складная, она обрезиненная. По габаритам кейса. Вес набора составляет 11 кг, ширина кейса 52 см, длина 33 и высота 9 см. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или ставьте комментарии. До свидания.